Однажды в сказочную рождественскую пору внуки приехали поздравить с праздниками свою любимую, самую дорогую бабушку. Подойдя ближе к дому, они увидели, что с ним творится что-то неладное. Казалось, что дом находится в полном запустении. «Что же происходит? Где же бабушка?» – подумали дети, но тут дверь им открыл какой-то странный человек. Зайдя в дом, дети увидели, что в нем все совсем не так, как должно быть. Все было перевернуто вверх дном. «Где же наша бабушка?» – подумали внуки. «Может быть, с ней случилось что-то неладное?» Но странный человек ответил им, что бабушку сейчас беспокоить нельзя. А потом человек исчез. Ребята решили, что бабушку нужно срочно спасать, и отправились на ее поиски. Неожиданно ребята услышали звуки музыки, которые доносились неизвестно откуда, и решили проверить.
В углу этой таинственной комнаты они увидели свою бабушку. Они были очень удивлены и, подойдя к ней, спросили: «Бабушка, что мы еще о тебе не знаем?» На что соседка бабушки им ответила: «Вы что, не знали? Ваша бабушка – самая крутая закарпатская мальфарка. Она умеет творить чудеса». Спасибо, мои любимые внучки, что вы приехали меня поздравить. А сейчас, конечно же, и мой новогодний подарок для вас –